При поддержке Sky Digest. Солнце в нужную нам сторону. Шикарный вид. На самом деле можно было спуститься туда вниз и сфоткать вон там снизу. Вот там, где машина сейчас едет. Там будет тоже клан, там деревья. Ну, чуть ниже классный вид будет. Привет! Привет! Вечер! Или как он там говорит? Ну, как, короче. Вот. Мы в какой-то деревушке.
Можно сказать, мы даже не выехали еще из, как это называется, парка. Дурмитор. Дурмитор, да. Спустились с горки. Тут обещали красивые виды на реку. Действительно красивая. И здесь есть озеро Пиво, я так понимаю. И видов тут особо на него нету. Решили сильно не дергать сегодня. Время 5, пол 6. Устали. Ужинали вкусной рыбой из местной пивы. Вот. Что там был? Лось или кто там? Как он там? Форель, может быть. Форель, ну что-нибудь такое, короче. Вкусная рыба. Сколько стоил обед? Фу, ужин. 12. О, 12. Ну, нормально. Как всегда, с гарниром. В общем, остановились мы там же. Какое-то интересное заведение с двумя стульями там было. Остановились там кемпинг. Ну, кемпинг это сильно сказано. Стоянка с электричеством. Потому что кроме там электричества ничего нету. Ни туалета. Wi-Fi туалет, на границе. Ниже там немножко сарайчик. А, сарай, да. Да. Ну, в общем, как-то так. Мы решили прогуляться по этому городку. Посмотреть, что-то есть. Может, тут какие-то виды еще. Вот. Ну, ну и заодно классные, покажем вам. Пойдем пофоткаем немножко. Пойдем. А это рыба, да, все? Где? Ну, ну вот да, так. Да, ким, да, ким, да, ким, ким. Мы, кстати, вот там ехали озеро, сегодня. Да? Вот, вон дорога. Мы там ехали. Свет шикарнейший просто. Я уже повторюсь, что в Черногории, в принципе, цвета природы неописуемы. Может быть, это осенние уже цвета какие-то есть, то есть зелень уже все-таки какая-то часть окрашивается в более яркие такие оранжевые цвета. От этого она еще становится более привлекательной. Если честно, мы сегодня очень как-то устали. Устали. А, ездили еще на самую большую в Европе... Помогай, что? Плотину. Плотину. Вот, да. Вот видите, у меня даже слова уже. Ку-ку. Вот. Там на нашей машине особо негде остановиться. Нам пришлось поехать, проехать туда по ней. Извини. Проехать туда по ней, там где-то нервничать, где-то разворачивать, развернулись, обратно. В общем, все фотки на ходу. Ну, вот такой уютный маленький городок. Слушай, мне кажется, можно было на его кемп не доезжать, вот здесь остановить. Ну, можно было. Только электричества, электричества бы не было. А мы холодильник что, не подзарядили. Вот. Ну, ни душа, ничего нету. А, приватный пляж там есть, пляж. До него такая вот горка. После дождя туда даже не спуститься. Вот. Ну, не знаю, сейчас осмотрим город, прогуляемся. Пойдем отдыхать, потому что что-то дорога такая тяжеленькая все-таки была. Красивая, очень красивая. По Дурмидору ехать вообще такая красота. Там и солнце у нас было, и дождь у нас был, и тучи, и ветер. Ну вот просто, просто шикарно. И поля, и горы. Все на свете. Овечки. Ну, в общем, все увидите сами. Советуем. Так, наверное, до завтра. Мы будем прощаться. Какой сегодня день путешествия? Пятый день? Пятый, наверное, еще, да. Еще два дня. Еще два дня у нас обязательно будет. Завтра у нас предстоит острог обязательно. Это монастырь в скале. Пару озер. И уже спуск опять-таки к морю. То есть из гор мы будем уезжать уже. Вот. Я думаю, что завтра будет дорога немного проще. И не такая долгая. Вот. Так что, ребят, до завтра. Спокойной ночи. Все, всем пока. Пока.